Приветствую! В этом видеоролике я хочу познакомить вас с таким супер-сервисом, как Check Channel. Check Channel – это прежде всего бесплатный сервис для раскрутки вашего канала на видеохостинге YouTube. Все, что нужно, это ввести адрес своего канала вот в эту строчку. И сам же этот сервис проведет анализ показателей и на основе расчетов самого же YouTube выведет всю необходимую рекомендации по монетизации и продвижению видеороликов в интернете. То есть не надо уже каких-то знакомых, там, друзей, кто бы вам что-то говорил, там, какие теги ставить. Все за вас это уже сделает этот сервис. Как говорится, положу себе конкурентов. Ну, давайте попробуем на примере моего канала. Вот сюда ввожу ссылочку на канал. И нажимаю «Начать анализ». Вот, пожалуйста, мы видим показатели канала с правой стороны. Вот сколько видео, сколько подписок, просмотров и так далее. Какой мировой рейтинг даже. С левой стороны мы видим все видеоролики и их рейтинг. Вот если вы вот где рейтинг нажмете на знак вопроса, вы увидите. Что такое отличный рейтинг? Это когда от 4,5 до 5, хорошо это когда 4, нормально 3, и 2,1 это плохой рейтинг. То есть, что получается? Чем выше рейтинг ваших видео, тем, естественно, он ближе приближается к топу. То есть, будет больше просмотров. Бывает, люди задаются вопросом, что ж такое, делаю миллион роликов, а выхода никакого нету. Да потому что очень низкие показатели. А теперь при помощи этого сервиса вы, конечно, уже будете мастером. И у вас все получится. То есть, как он работает? Смотрите, вот здесь под показателями канала есть кнопочка «Начать анализ». Нажимаем ее. Начинается она. Вот, ну, у меня на данный момент вот 4,72. Это рейтинг моего канала. Вот они внизу и пишут. Отличный рейтинг. Но есть несколько роликов, с которыми стоило бы поработать. Нажимаем «Смотреть», что это за ролики. И вот нам, значит, высветило тут штучек 6 различных роликов, у которых рейтинг, ну, довольно-таки, не сказать, что плохой, но и невысокий. Вот там 3,40, 3,50, которые, скажем так, оттягивают от рейтинга в 5, оттягивают эти баллы. Поэтому с ними надо поработать. Что для этого надо? Нажимаем на, ну, допустим, на какой-нибудь вот ролик, к примеру, на этот. Кликнули. И вот нам с правой стороны внизу написано «Рекомендации». Нажимаем «Рекомендации». Вот они выводят нам весь этот рейтинг, просмотры, лайки. Сколько комментариев. И вот что, какие рекомендации. Увеличьте количество лайков там на 1. Там. Увеличьте количество комментариев на 50. И так далее. То есть из этого мы уже будем исходить и будем что-то делать. К примеру, там или теги поменяем, или там в социальные сети этот ролик выложим, чтобы больше было комментариев, каких-то лайков. Как подбираем теги? С правой стороны есть вот поисковая оптимизация. Введите поисковый запрос. Сюда вводим, ну, к примеру, слово какое-нибудь, которое нам хочется узнать. Допустим, ручка. Начать. Заголовок, описание, теги. И вот они, теги. Тактическая ручка, ручка Висконти, Медина, ручка, ручка, добавить. То есть вы просто берете вот здесь уже вот так, копируете, так, и переносите к себе туда под видео, там где теги вы ставите. Хочу заметить, что этот сервис еще, скажем так, находится в порядке доработки. То есть я уверен, что у него еще большое будущее. И здесь создатели хотят еще добавлять, добавлять и добавлять.
А так, конечно, сервис – это просто находка для любого видеоблогера или просто для человека, который занимается видеороликами и выкладывает их в YouTube и хочет их монетизировать. Вот такой полезный сервис. Надеюсь, он вам понравится. Если что-то было вам непонятно или хотите что-то спросить, пожалуйста, пишите комментарии, всегда с удовольствием вам отвечу. На этом все. До скорой встречи. Всего вам хорошего.